13-летний возраст был потерян. Вся система кровоточения и 4 раза в день. Это было в пределах такого пространства, с которого начинается повествование. Был задан вопрос, ты веришь в лес? Ты видишь деревья? Слышишь, как кричат птицы? Ответ пришел отрицательный, потому что здесь нет боли. Они спрашивают дальше, ты веришь в ручей? Ты чувствуешь воду? Попробуй то, что раскрыли по ее берегам. Ответ – нет, потому что здесь нет боли. Приложение было собрано и доставлено. Конечно, ты можешь верить в поле. Разве ты не видишь траву? Разве ты не бегаешь с собаками? Он обозился на их в ярости. По какой оценке ты определишь, что это осуществимо? Никто из разделенных поколений не смог бы стоять там, где стоял я, и обеспечить тебе соответствие. Сколько любезности, сколько нужно кодовых слов и фраз изменять тот факт того, что истекаю кровью.